Так, ребят, всех приветствую. Ну что, продолжаем прохождение игрулечка. Так, на чем мы остановились в прошлой серии? А, ну да, мы здесь зачистили бандитов, и нам нужно добраться вот сюда. Только давайте сначала, наверное, добавим мы немножко, где наша еда? Рыбацкая хижина. Еще, наверное, рыбацкая хижина добавим. Чтобы у нас еды хватало. У нас хватало с вами еды. Так, раз. А можно как-то красиво это сделать? Можно как-то это сделать все по красоте. А, крутится? Не, не крутится. Ладно. Будем считать, что это красиво. Давайте увеличим скорость. Потому что чем больше у нас людей, тем больше нужно будет пиши. Угу, у нас 0 человек, да? Тогда что мы делаем? Мы строим домики. Давайте посмотрим, где мы сможем с вами расшириться. Чтобы это не мешало никому. И было все красиво. Предлагай куда-то вот сюда, может. Да, давайте здесь дома построим. Давайте попробуем построить дома. Так, а как можно крутить эти домики? Не, нельзя. Только так, да? Через колесико. Хорошо, хорошо. Давайте тогда сделаем. Сделаем как-то вот так. Раз. Два. Тут нельзя. Хорошо. Так, три, четыре. И пятый домик пусть будет. Вот тут немножечко ускоримся. И пойдем дальше сейчас с нашими воинами зачищать лес. Так, шкуры, охотники. Ага. Но шкуры у нас не делаются, у нас шкуры тратятся на... Да, шкура у нас на одежду тратится. Так, воины. Воины, ага, не хватает. Тогда давайте еще лучников. Лучников добавим и приостановим. Тогда мы сможем с вами повысить уровень. Так, ну что, хватает? Раз, два. А тут не хватает. Окейюшки. Бум. Бум. Все, хорошо. По идее, еды у нас сейчас должно будет хватать. На всех. А может и нет. Ну, людишки, выйди. Так, все, хорошо. Конечно, некрасиво, мне не нравится, но по-другому тут никак не сделать. Так, наши работяги, работяги. Что мы можем еще построить? Давайте посмотрим. Так, дом, колодец, хижина. Знахаря у нас это есть. Рыбацкая хижина, охотничья хижина тоже есть. Хижина лесорубов есть. Собиратели есть, есть склад. А что нам для склада надо? А, треть будет усадьба третьего уровня. Ага, хорошо. Хорошо, давай тогда здесь останавливаем. Здесь мы останавливаем. Сможем ли мы сейчас с вами по Шурику добыть шкуры? Может, еще один охотничий домик поставить? Давайте попробуем. Еще один охотничий. Давай сюда. Давай. Увеличить скорость. Постройки. Так, а сколько мы рыбы добываем вообще? 7. Угу. 7 еды. Ну, вроде пока мисс хватает. Так, давай 3. И давай вот сюда.
сюда. Чтобы это быстрее было. Так, хорошо. Мы можем, да, увеличить или не можем? 10. Чего не хватает? Так, средний уровень счастья должен быть не меньше 4. А у нас сколько? Где наш уровень счастья? Так, и что ты хочешь? Что ты хочешь? Уровень счастья ты хочешь? Хорошо, давайте смотреть. Ну, вроде бы... Хижина знахаря. Ладно, давайте еще одну построим, может. Может быть... Так, так, где наш знахарь? Может быть, вы будете больше радоваться? А ну... Должна быть таверна. А я не могу пока таверну поставить, ребят. У меня как бы пока таверны нет. Ладно, хорошо. Давайте сюда колодец еще поставим. На всякий, как говорится, пожарный случай. Все. Два занятых. Мы вас тоже улучшаем. Улучшаем. И добавляем вот сюда. Все. Уровень счастья есть? Да. Хорошо. Отлично. Так, повысить, добавить 8, ставим на обычную скорость и смотрим, что добавилось. Что у нас с вами? Склад есть. Хорошо, что на складе у нас будет храниться? Собирает ресурсы на производственных постройках. Угу. Склад тогда давайте, наверное, куда-то поставим. Давайте, наверное, куда-то вот сюда. Так, что это? Колодец можно улучшить, да? О, шикарно. Еще лучше. Людишки не надо? Надо. Так, давай смотреть. Давай смотреть склад. Можно ли мне построить склад? Корица, таки постройте мне склад, пожалуйста. Так, что у нас по ресурсам? Дерево, дерево, дерево. Так, ты не собираешь. Ты вот дерево, да? Давай тут, по-моему, побольше деревьев. Хотя нет, давай, наверное, все-таки прорядим еще здесь этот участочек. Раз, два, три, четыре, пять. Все, есть. Склад у нас есть. Что еще нам нужно? Давайте смотреть. Средний уровень счастья должен не меньше 6. Не меньше 6. Счастье. Ну, счастье 6. Ну, все. Есть. Ладно, давайте, пока они здесь занимаются, мы с вами сходим сейчас. Прорядим рез. Рез, рез. Рез немножко прорядим. Как раз посмотрим, кто еще тут есть. Если тут разбойники. Так, ребятки, можно немножечко быстрее. Можно ли немножечко быстрее? Давай, посмотрим, что тут есть. Ага, тут у нас скала. Хорошо. Так, а ты кто? Ты кто, ты кто, ты кто? Тут мы были? Да, тут мы были, тут мы зачищали. Хорошо, движемся дальше. Не, не можем. Ага, тут скалы. Ладно, ладно, ладно. Тогда давай сюда. И тут, да, не можем. Тут скалы тоже. Так, погоди тогда, погоди. Кажется, нужно посмотреть. Так, иди сюда. Кажется, надо посмотреть. Угу, тут ничего нету. Хорошо, сюда мы можем теперь пройти или нет? Погоди, где-то у нас тут был забор. Где-то был забор. Так, это наша деревня.
По-моему, куда-то вот сюда. Да. По-моему, куда-то вот сюда мы хотели пройти. Так, давай, ну мы же вроде лес зачистили. Вроде же мы лес зачистили или нет? Ну. Да, хорошо, зачистили, отлично. Идемте смотреть, что у нас тут есть. Так, ну что? Пусто. Ну да, тут я с тобой согласен. Надеюсь, мы сможем тут пройти. Да, сможем, мост есть, хорошо. Отлично, погоди. Тут у нас что? Тут у нас просто обрыв, да, наверное? Или нет? Угу, это просто скала. О! О, все. Минус волки. Минус волки, это хорошо. Мы с вами таки справились. Так, шкуры у нас есть. Идем. Нам по заданию нужно вот сюда дойти, добраться. Так что идемте. Давайте немножко ускоримся. Немножечко ускоримся. Okay. Во. Давай. Так, все, меньше скорость. Что у нас тут есть? Good, you're here. Our lookout Хорошо, tower что вы got captured здесь. By bandits. Угу. We've lost control over the area, and we can't transport our supplies safely through the forest. Так, захватили, и мы должны теперь освободить, правильно я так понимаю? А мы справимся с ними? Интересно, мы с ними справимся? А ну. Или кто это? Или это теперь наши? Или это теперь наши, или кто это, или где это? Что происходит? Что нужно сделать? Короче, нам нужно кому-то помочь. Хорошо. Верфиштор. Идемте. Идемте посмотрим. Угу. Зажгите смотровую башню на холме. Хорошо. На каком именно? На каком из холмов? Крица, на каком из холмов? Не, сюда ты не можешь, да, подойти? Так, давай немножко ускорим. Так, что за знак вопроса? Обучение. Не, обучение нам не надо. Давайте попробуем сами найти и разобраться. Так, вот сюда, okay. Да, ты говоришь? Хорошо, давай, пошли. Таки пошли, давай. It is quite unusual that the great Jarl Erlin cannot defend himself, but we shall help our ally in his troubles. Но мы поможем союзникам в беде, да, поможем без проблем. Это, как говорится, не есть проблемка. Вот и все. Вот и все. Давай, ребятки.
Посмотрим, что тут есть. Это была ловушка. Ага, это была ловушка. Давай, нападаем. Ну, догоняем. Догоняем. Так, а теперь нужно этих догнать, дети. Разбойники. Так, а мы можем на перерез нашим разбойников, наших лучников отправить? Да, можем. А давайте, наверное, так и сделаем. Давайте так и сделаем. Так, все, справились. Да, наши такие справились. Хорошо, давай. Их слишком много, берите все необходимое и садитесь на корабль. В смысле садитесь на корабль? Мы же победили. Зачем нам на корабль? В смысле на корабль? Я не хочу уплывать, у нас все хорошо. Я не хочу на корабль. Так, покиньте поселение, пока не прибыли новые войска. Соберите людей и отправляйтесь. Ага, еще и как мне это сделать? Как мне это все сделать? Ну, давай немножко ускорим. О, все, есть. Блин, такие столько много строили. Ага, победа, мы победили. Ура. Так, продолжить. Да, давайте продолжим. Первую миссию мы прошли. Our troops got dispersed during the storm. We need to gather the survivors and find a safe place to heal our wounds. Так, нужно построить убежище, да? Чтобы... И излечить наших выживших. Хорошо. Так, из пепла найдите воинов, которые потерялись во время бури. Найдите убежище. Ага, найдите убежище. Хорошо. Окей, давай. Что мы тут, обыскать можем или нет? И можем ли мы строить? Нет, мы не можем строить. Так, отлично, отлично. Давай тогда сюда. Давайте искать. Блин, самое интересное, я бы, наверное, просто поиграл бы, не выполняя миссии в эту игру. Ну, давайте, наверное, пройдем все миссии, которые тут есть. А там уже посмотрим. Ага. Так, волки. Так, отлично. Идемте искать наших воинов. Вот наши воины. Бонжур. Все, отлично. У нас теперь немножечко побольше. Так, 2 из 4 нашли. Хорошо. Это отлично. Так, опять волки. Hold on.
Не знаю, потеряли ли мы людей. Не знаю, потеряли, по-моему, нет. Так, ура, поселение, хорошо, нашли, да, такие? Мы такие нашли. Мы такие с вами нашли, отлично. Во. Стенка, ворота, ворота, стенка. Ага, на нас, а нас атакира. Так, ребят, нас атакира. Так, нужно лучников уничтожать. Так, отлично. Так, хорошо. Давайте, наверное, сейчас построим заново добычу всех ресурсов и обложимся, наверное, стеночкой. Обложимся стеночкой, наверное. Так, жители, жители. Давай так. Угу. Давай так, давай смотреть. Что нам нужно? Давайте, наверное, сначала будем строить добычу дерева. Где у нас лесорубы? Так, рыбацкая нет. Хижина лесоруба. Вот. Давайте добывать лес. Нужно будет как-то так все компактно построить, чтобы мы могли обнести все стенками, заборами. Прям по периметру. Ну, строиться будет. Так, с вашего, как говорится, позволения я таки извиняюсь, мы сейчас сделаем вот так. Это мы домики вот эти мы снесем, чтобы нам было нормально, комфортно строить и размещать. Так, домик сюда. Домик сюда. Так, воины. Воины, воины. Да-да-да. Давай, домик вот. Не, сначала колодец. О, колодец. Теперь домик. Так, как-то вот так. Как-то вот так. Как-то вот так. Все, хорошо. Охотничья хижина. Хижина лесорубов есть, есть, есть. Лодка. Поле для тренировки. Так, поле для тренировки мы куда-то вот сюда поставим. Куда-то вот сюда поставим. Так, тут добавить. Давай, наверное, сейчас мы еду. Еду, 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 еду. Кажется, еду, еду, рыбацкая. Так, раз. Хорошо, хорошо. Еда пока мисс есть, это есть. Людишки тоже, да, по-моему, есть у нас. Пока всего хватает, да. Так, давайте смотреть, кто это. Копьеносец, щитоносец, разведчик. Ну да, у него побольше немножко. Ага, нам нужна будет одежда. Но для начала мы делаем как? Охотничья хижина. Вот конкретно вот сюда. Тихо, стой. К нам бегут. Защищать. Ой. Ой.
Так, надеюсь, наши не проиграют. Ой, а наши проиграли. Только не говорите, что мы сейчас проиграем. Только не говорите, что мы сейчас проиграем. Походу, да. Походу, все. Походу, поиграли. Придется начинать эту миссию заново. Хотя, может быть, даже сейчас и успеем. Если сейчас будет охотничья... Это как ее наша штука справляться. Может, даже челиков с топором мы и... И сможем победить. Ну, ребятки, давайте, добывайте, пожалуйста. Пожалуйста, таки добывайте. Давай сюда. Интересно, справимся мы или нет. Так, ну тут либо, как говорится, пан, либо пропал. Угу. Понятно, понятно. Мы с вами эту миссию проиграли. Придется заначать ее заново. Ну, я думаю, ничего страшного. Да, поражение. Значит, нужно что-то... Что-то думать. Ну, ничего страшного, ребят. С кем не бывает. Our troops got dispersed during the storm. We need to gather the survivors and find a safe place to heal our wounds. Так, я, наверное, предлагаю продолжить это все в третьей серии. Предлагаю продолжить все в третьей серии, потому что, я думаю, сейчас затянется опять где-то на полчасика. Так что, ребят, всем спасибо, кто посмотрел. В следующем, как говорится, продолжении мы с вами, надеюсь, победим этих варваров и отстроим хороший домик. Как было это в первой миссии. Ладно, все. Всем спасибо, всем пожалуйста. Всем до потом и пока-пока.